Здравствуйте, товарищи, люди, леди и джентльмены. Вы слушаете канал DJ Дед 21. Извините, жена путает не только педали, но и машины. Напишите, у кого пропала BMW XS. Интересно, а как я путаю, выглядит 90? А ты оптимист, однако. Почему это оптимист? Мне до 90 всего пара килограммов осталось. Наш Буня так и поменял пол. Так это же очень дорогая операция. Да что вы говорите? Что такое несколько квадратных метров дубового паркета при его-то деньгах? Звонит телефон в квартире Моисея Марковича Рабиновича. Алло, это квартира Петрова Петра Петровича? Девушка, вы даже не представляете, как далеко вы ошиблись номером. Вовочка победил в конкурсе на надпись на грязной машине, в результате которого машина будет помыта. Трое водителей, которые прочитали его надпись «Менты-козлы», приступили к мойке машин, даже не выходя со двора. Если придя с работы лежать на диване и не шевелиться, зарплаты на месяц хватает. А кто это сделал? Полным фиаско завершились испытания нового сверхсовременного самолета-невидимки. Летчик не нашел даже самолет. Пишу сообщение своей девушке. Матрона, мне было с тобой очень хорошо. Получаю ответ. Не тебе одному. Что как-то недвусмысленно. Олимптико. Маленький Вовочка просит у старшего брата. Попроси у мамы деньги на сникерс. Брат говорит, сам попроси. Она же еще твоя мама тоже. Вовочка говорит, ну ты его дольше меня знаешь. Муж возвращается домой пьяный и начинает придираться к жене. Вот вы... Женщины такие глупые. Жена говорит, это почему это такие глупые? А ты посмотри на себя, у тебя голова маленькая, даже одна извилина не помещается. Жена говорит, а ты на себе посмотри, орангутанг. Муж не успокаивается и говорит, жена, вот ты скажи, почему у тебя еще лапа маленькая? Жена думает, что сказать? Муж говорит. Это потому, для того, чтобы стояла поближе к плите, а не перечила мужу. Санаторно-курортная путевка для моей жены обошлась мне дорого, но вполне окупилась. Что? Вылечилась? Нет, спуталась там с кем-то и не вернулась. А ежи! Иногда хочется... взять себя за шкирку и тыкать свидетельство о браке, приговаривая. Ну кто это сделал? Подписываемся, кликаем на колокольчик,